сохранить, вот они, ихняя цель какая на сегодняшний день? Сохранение языка, сохранение традиций, развитие культуры, культуры именно курдской культуры. Сделать так, чтобы жители именно курды, жители города Санкт-Петербурга нормально могли войти в общество, вот именно в общество Санкт-Петербурга, участвовали в общественной жизни города Санкт-Петербурга. Ну, город Санкт-Петербург – это город регионального значения, да, субъект федерации. И я хочу сказать, что на самом деле сегодня с историей, вот курдской историей многое связано. Связано то, что самое главное здесь, уже предыдущие выступающие сказали, колыбель курдской литературы, курдского языка. Все практически институты мира, если хотят что-то знать про историю курда, вообще про язык, про вот идентичность, про все, они в первую очередь обращаются куда? В Институт Востоковедения. Хочу сказать вам огромное спасибо и низкий вам поклон за ваш труд, за то, что вы делаете для именно развития. Поверьте мне, на сегодняшний день, ну, мы были сегодня, честно, мне с одной стороны очень приятно смотреть, и с другой стороны печально, что так мало вас осталось. Вот именно те, которые хотят работать на, вот, изучают курдскую именно историю, изучают курдскую рукопись. Здесь многие предприниматели курдские, я хотел бы их призвать к объединению, чтобы люди конкретно собрались во имя того, чтобы опубликовать те рукописи, которые на сегодняшний день требуются опубликованию. Я считаю, что это нужно делать. И это первое очередь. Огромное вам спасибо. И спасибо вот представителям регионального правительства Курдистана за то, что они сегодня присутствуют. Значит, они хотят поддерживать курдов за территорией Курдистана. Огромное вам спасибо. Я думаю, что ваша помощь на этом не закончится. Я уверен, что вы будете дальше заниматься вот помощью, именно поддержкой курдов, чтобы они сохранили свою культуру. Я думаю, что вы будете дарить этому центру именно книги, журналы, газеты, помогать во всем. Спасибо вам большое за этот подарок. Спасибо. Благодарим вас. Друзья, мы продолжаем. У нас сейчас такое живое общение, живые диалоги происходят. Еще раз представляю Исляма Талиповича, заместителя директора Санкт-Петербургского дома национальностей. Уважаемые друзья! В этом году ровно 10 лет, как был создан Санкт-Петербургский дом национальностей. Это главный дом представителей всех национальностей. Кто не знает, адрес Маховая, дом 15. У нас дворец, где собираются представители всех национальностей. Сегодня мы работаем, активно работаем, не 138 национальностей, а более 80 национально-культурных объединений города. Мы проводим очень много мероприятий, вы можете войти на сайт Санкт-Петербургского дома национальности и увидите эту работу. И позвольте мне от имени представителей всех национальных культурных объединений города, которые активно работают в Доме национальности, сохраняя свою культуру, обычаи, традиции, поздравить вас с открытием вашего центра и добро пожаловать в наш самый основной большой дом, Дом национальности, который поддерживается правительством Санкт-Петербурга, где вы можете получить консультации, проводить свои мероприятия, сохранять свою культуру, традиции, обычаи. Добро пожаловать в наш дом, в Дом национальности. Поздравляю вас. Спасибо. Еще один подарок, флаг Курдистана для президента Курдского дома. Это ручной, скажем, сделан, да, ручной. Это специально привезли из Курдистана. Вам подарят от Министерства культуры и молодежи Южного Курдистана. Алай Курдистана, бадасти фрукти курда аулер друзкава. Этот флаг ручной сшивали из Южного Курдистана, из молодежи там специально для Санкт-Петербурга отправили.
Медовари на мукурт, лесай, амалая, кубито, азур спас. Желаем все курды под этим флагом собираются и якбур. Слово предоставляется вице-президенту Курдского культурного центра господину Барзани. Друзья, я скажу на родном языке, потому что у нас программа такая, да, так говорится. Галя Хушбрай Азиз, Мугасаса Сачаватна, Илю Ам Галя Кейки Хошбур, Паки Хока Джимаат Тубия, Ав Хока Галя Кимат Дарек Маккер, Ле Ахрима Йохот Кер, Амала Курдо Бекер. Аз Хазам Галя Кейки Хошбурим, Бари Аулин, Демократик Партии Курстан, Сачаватна. Добрый день, брат, Артурий, брат, из Москвы, из Еревана, из Сарсаса Чавадна, из Европы, из Киоти, из Сарсаса Чавадна, галек, или мы ваны, из Обе Золи, да, я? Амлев, да, бежали, галек, галек, ну, из Сарсаса Чавадна. И у Амалов, куда мы будем чуваки, ну, зонан? Он довинен, ваки, дуня, это чета калма, чета сарим латима. И у Бенен, Агуста, Курсан, дебара гали, брат. И у Ам, мажбур, бум, Амалов, куда бака, савачи, зони, جوالی من دست به کن زمان بیده کن دست به کن ایل عادتی عشیتی بیده کن لاموشی اب مالا کرده نه مالا دینه نه مالا پارتیه مالا گلی همو کرده یعنی از دن یک چود خوازم بنا چی من نوی دنیا یک بون از خوازم و اینکه بتون دنیای کرد بزامن او دیسایدیم نه یا پارتیه نه یا دینه او مالا همو گلی کرده هم مالا کرد یعنی اومد چی؟ امی مال، امی مکتب کردی بکن، امی عیدا کردی در باس که مثلا کلوچه سال سالیه، عیدا نوروزیه، خدر نویه، امی مکتبی بکن، مال زاره مزمون بیر نگلی برا. و امی گله کشاون، امی واقعش کرد تکلیف که کی دلی باد خواهد وانی سر 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 چاو. اینو بدن ایساجی تنه دو گلی از بیشم بو اکی دنه چی دقام مسئله مدام. اینو 2014 سال آگوست. از دوستم چرا نوی آنها بیشم داشته خون خور اسلام چرا بیشم وجود دارن سر ولادت من حیفم اتیش تا نه آت نه پی نه کولک سر زارو گاجه کردن سر کال بیلا گاجه کردن ستار مادا نه اشته من نه کارو تلویزیون بیتا دیام نه 80 سال حتی حیواری بر تلویزیون دگری آو نه به زالی ده دای کمه حتی من کاری دیشب 2000 کچه من داشتم و بنام ساده کس نزنه بنام چه اشته نه لی ایو ملت من هر یک باق قدرششون در پای کالیتی کت کردم پای پارتی کت کردم پای دینگان ولی کشش میاد هزار و سال من جفت کیا که ما میشته چی گفت گفت نمی یک میاد یک میاد و نمی روی یکی میاد یکی رو دوست کرد یه آورده هاتیا و از خواستم بطور دنیای دا بطور کل بزامن